Ё, бля! А що, воно знімає? Воно знімає чи ні? Я не бачу, що воно там робить. Блять, я не бачу. Ти теж не бачиш? Ну, знімає. Бувай, Вітька, дякуємо. Знімає, так? Всім привіт. Зачекай, ну. О, пішли. Зараз ми О, пі-пі. О, та він ще там з давних-давен. Так, а ну-ка зараз ми будемо міряти, скільки залишилось до кінця дня. Значить, дивіться, в один палець ставимо між сонцем та горизонтом. І скільки пальців влізе, стільки буде времени, часу того. У нас 45 хвилин. Так що я тобі наполегливо бажаю поїсти. Та піти. Додому? Ні, блядь. О, от ту сквозануло ж. Сейчас, сейчас, ладно, все, короче. Камера не тяжелая? Да руку тяжело так держать. В общем, мы приехали. Опять эти необъятные про... Там кладбище. Как всегда, пришли на наше любимое... Это чайки. Слышал? И мы уже тут. Сейчас покушаем и будем делать рыбалку. И кальян на рыбалке, но это завтра утром. А сегодня кальяна не будет? Будет сегодня кальян. Сделаем мы кальян, братишка. Традиционная рубрика. Кухня. Так, есть, теперь не единиц воду, но это я там не... Шо-шо? Локи в колонках играет Квастарас и Смоки. Масло. Масло! Що у вас нового? Що нового? Дождя нема нового. Дініс націк буде вилка. Що, то як ми були, не було ще? Бач, земля потріскана якась. Що, бачили? Ні. І на городі потріскана. Я бачив, як Дініс чуть не впав. Чого? Гирю! Сумку таку нес. Сумку таку нес. Хлеб неправильно положили. Я знала, что это же это. Ладно. Шо-шо? Я думала, картошечку это. Ну да. А то треба было мені казати. А я сам не додумався. А що ви будете їсти? Вон салата сколько. Ми вегетаріанці. А це сайте. Завтра ви з утра сварите. Чи коли там, коли время буде. Дякую, друже, з мене рогай. Должен був сказати, та ні, мені півка. А далі так. Все. Ой, це було. Ну що я забула, ти скажи, щоб коняк привіз мені. Це я вже не мав. А ми передавали вам коняк? Не передавали? Як ви сказали? Так горить, як мертвий бздить.
научу. Да? Так, Денис, давай как жарить яйца себе. Жарь хорошо. Снимать. Да. Ну, миски себе так, ножом поріж тут по три яйця. Забастували куріни, хочуть нестися. Іди, завтра самий грозний петух на районі вилетить. Дякую, друже, з мене рожань. Та ні, мені за пивку. Ой, ноги за порог насипаються, нога. То хата сіла, пороги піднялись. Это Тосик. Знакомьтесь. Все, все, ставлю. Хороший Тосик. Тосик. А мы идем по воду. Тосик, ты за главного. Про радио и телеслушатели. Канала «Высаженные фразы FM». Опарышем. Сейчас мы уже пришли на рыбалку. Сейчас часов... Сколько сейчас? 6. Ну, 6 еще нет, наверное. Там мы пошли кофе пить без 20. Мы вчера закормили рыбу. Уже около 7. Да, ну ты какой 7 еще? Мы без 20 кофе пошли пить. 6? Да. Бабушка встала в половину. Ну, попили. Ну, где-то ну 6 пускай, ладно. Неважно, мы на рыбалке. Сколько? 6.32. В общем, мы типа ловим рыбу. Я закинул удочку, но что-то нахера не клюе. Только закинули. Да, закормили вчера. Должно ловиться. Вон, скинулась рыба, я видел. Что там? Так, от тут треба, щоб Денис ото взяв у мене ціх опаришей, блядь. А він щось не хоче. На. Бачу? Да. Як у молодого? Мы уже сидим на рыбалке примерно часа 2.5, и у меня, по-моему, клюет. Не, не клюет. Не клюет. Кто его знает? У Дениса вообще поплавка нету, как вам такое? Ему тупо впадло чуть-чуть диски отпустить. Мне? Да. О, все, стал на место поплавочек. Вот два наших поплавка. Ловим под камышом. За время того, как мы не общались, мы уже словили штучек 6. И, в общем, ждем клёва, который прекратился какого-то чертяки. Я думаю, на вечернем будет нормально. Я тоже думаю, все прохладно будет. Хотя с утра тоже прохладно. А может, под вечер она любит на прохладу выходить. Я бы не знаю, я бы засунул голову и заглянул, что любит рыба. Засунь. Не, я уже червячка опустил, пока отпутывал удочку. Пол шестого. В общем, пол шестого. А наше место заняли. Ну что это такое? Ну что за урод? Ну нахер он так рано встал? Тут в пять встать и просрать свое место. Я в шоке. Ну вот на натуре надо вставать, как только солнце встало. Вообще надо лежать и навострить ухо на петуха. Он-то знает толк в том, как вставать. И сучек своих подымает. Денис, вот скажи мне, почему этот, блядь, умник решил пойти именно на ту кладку, где мы ловим? Да я не буду. Я бы ему... Слышь, ну вообще нас двое, он один.
Часы, думаешь? Вон куры, смотрите, какие куры. Они петушок. Ко-ко-ко, золотой петушок, ребешок. В общем, мы расстроены очень сильно. Фу. И мы курили кальян вчера на рыбалке и не снимали это. Ну, я не знаю вчера даже. Вчера тоже заняли наше место. Да, вчера тоже заняли наше место. Мне кажется, надо бабушке сказать, что мы больше не будем ничего делать, а мы будем только сидеть и охранять наше место. И все. Ловить там рыбу, закармливать и ловить. А то что-то тут непонятное такое делают вообще люди. Умники, слышишь, мы, значит, закормили рыбу. А они сидят, ловят ее. Слышишь, я же смотрю, что уже машина стоит там. На той стороне? Да не, на этой. Но все равно, что там не кумарит, то, что он там стоит. В общем, да. Я в шоке. Ну, зато мы помогли вчера бабушке построить сарай. Ну, как построить? Мы его сломали и построили каркас. Забили столбики. Пару стенок уже прибили. Ну, в общем, жалко, что мы не сняли, как было и как стало. Ну, в общем, есть на влоге старых, на старых влогах видно этот сарай. Так что можно, типа, вот это особенно прошлый влог, там, где, помнишь, я на это, на заставке. Сначала, типа, я еду, потом ты едешь, потом я тяну пух, а потом ты снимаешь двор. Там, где я выхожу в шортах и в этом пиджаке крутом. Вот это, там видно сарай этот. Ну, короче, прикольно получилось бы. А сегодня покажем, снимем, как он выглядит уже. Можно чуть-чуть снять, как мы его делаем, конечно. Но это будет очень медленно, поскольку мы забиваем одну доску и отдыхаем полчаса. Мы очень просто энергосберегательны. На том стороне никого не может? Да вроде никого, но ты же знаешь, мое зрение уже подводит меня. Этот камышей. Да слышь, нихера себе там камышей. Ой, блин. Вон наши места. Еще был веселый момент, когда бабушка вчера вечером начала петь мурмульды и прочие вещи. Мурмульды, блин. Бабушка вчера хотела нас, короче, в дурака выиграть. Говорит, что, это вас порвать? Денис питает, а у вас карты есть? Говорит, а что, у вас это порвать треба? А что тут, тече? Чи не тече? О-о-о! Там просто как... Место для одного нормально, тут не надо. Да? Я тут катушку поломал. Не, там на вдвоем можно стать, ну тесно. Ой, я просто в шоке. С мужика этого умного. Он полюбил 100% на ровере. На ровере? Да, ему дальше поедет. По-моему, да. Я, кстати, видел. Какая красивая природа тут. Вот посмотреть направо вообще, да? В общем, да, я, ну, просто влог вода получился, поскольку мы ни хера тупо не снимали, и все. Только иду рассказываю все самые интересные моменты. Ну, может, Денис сегодня прибьет палец молотком, надеюсь, это снимем хоть. Потому что Денис вчера так ушатался лбом, потом еще и палец ноги пробил гвоздем, потом еще и руку зацепил. Ой, Денис, вот, да? Да ну остановись. Там нема не ходит. Да ты что гонишь нема? Да. У тебя там тупо третий глаз открылся. Я тебе говорю. А? С правой стороны сверху направо. Ну да. Тупо трехглазый. Да куда ты нам сюда? Я тупо вылежу как такой молодой дед. А что ты, куда ты? Нормальное вот место. А, мы вдвоем на разных будем? Не, ну туда идти, я вообще думаю, нет вариантов. Ну, сюда спускаться вообще я, типа, не хочу. Прикинь, вода была вот тут, ты помнишь?
Тупо вот здесь. Тут бы шло или там? Там. В общем, короче, да, начинаем ловить рыбу. Что-то словим, рублю камеру. Короче, стали мы, закормили рыбу. Закинули удочки. Минут 10 стоим уже ждем. Хотел показать вот этот прикольный краевид с солнцем. И ставком. Как он классно выглядит. У нас по-прежнему не клюет. Йоу! Где? Ну, я иду. В общем, мы с Денисом пришли с рыбалки и словили ничего. Просто ноль. Три поклевки было всего лишь. И мы расстроились очень сильно. Ай, блин. Почему этим хвостом везде цепляются? Расстроились очень сильно, и сейчас будем строить дальше сарай. В общем, досадно получается. А где ты его оставил? Там. Что-то его не вижу. Тут еще ближе? Тут где-то? Да. А, вот. В общем, Денис, он сел отдохнуть. Хорошо. Да вырежу, блядь. И на чем я остановился? А, на том, что... На том, что, короче, будем сейчас делать сарай. Мы, честно говоря, устали уже делать сарай. Вот на вот этом месте вчера ничего не было. Ну вот это не надо. В общем, вот это мы уже построили вперед. Сбили хоть более-менее. Осталось сделать три стенки и крышу. И все. И мы закончим. Окошко такое прихерачили. А тут кроль. Кролик. Привет. Тут маленькие кролики. Привет. Вот так вот. Я жду Дениса, чтобы начать строить сарай. Хотя уже инициативно можно начинать самому. Но мне что-то впадло. Давай лучше по задолбусь от собак. Китюня ест. Ладно, короче, влог заканчивается. Подписывайтесь. Да, подписывайтесь и подписывайтесь друзей. И ставьте лайки.